Поставщики требуют запретить торговым сетям перепродавать продукты более мелким магазинам. С такой просьбой они обратились к вице-премьеру Дмитрию Казаку, сообщает «Коммерсант». Свои подписи под сообщением в письме поставили главы Русбренда, Руспродсоюза, Союза производителей алкогольной продукции и других крупных ассоциаций. Суть в том, что ритейлеры перепродают товары, полученные от производителей со скидкой, небольшим магазинам. В итоге они сохраняют скидку за объем продаж, но до реального покупателя эти скидки не доходят. В то же время производители дают скидку на свой товар 30-50%. Кроме того, эта практика позволяет ритейлерам нарастить свою долю на рынке в обход ограничений, которые сегодня составляют 25%. У крупных сетей даже появились оптовые бренды для такого вида продаж.